В Железногорске коммунальным должникам будут отключать канализацию. Управляющая компания приобрела специальное устройство, блокирующее работу унитаза. Сегодня коммунальщики презентовали отечественное оборудование под названием «Глот». Устройство работает по принципу заглушки. В сточную трубу при помощи электропривода опускается щуп с ограничителем. Видеокамера определяет, на каком этаже необходимо установить заглушку. Оператор управляет джойстиком, ставит ограничитель. И после этого воспользоваться туалетом станет крайне проблематично. Вот она заведена в состоянии заглушка, вот в таком виде. Она опускается в кондиционный стояк. Значит, до отвода, когда доходит, скажем так, отвода на квартиру неплательщика, значит, путем манипулятора заглушка продемонстрирует, раскрывается. Подавить со стороны квартиры такую заглушку невозможно. Она возвращается в исходное состояние. Освободиться от нее можно только при помощи самого прибора. За смену бригада из двух человек способна установить 10 канализационных заглушек. Вот человек бьет, она остается здесь. Общий долг железногорцев за коммунальные услуги превышает 200 миллионов рублей. Борьбу с должниками при помощи канализационных заглушек коммунальщики начнут уже в середине декабря. Первыми возможности нового устройства коммунальщиков испытают на себе 20 злостных должников. Отключать канализацию управляющая компания будет неплательщикам с долгом свыше 3 месяцев. Система «Глот» успешно применяется в различных регионах страны. По статистике, после отключения канализации до 90% неплательщиков произвели полную оплату своей задолженности.